Давайте посмотрим на великого Косей Иноя в программе «Суперзвезды дзюдо». Трехкратный чемпион мира и олимпийский чемпион, известный своим блестящим учимата. Но мы сегодня собираемся взглянуть на очень интересный способ, с помощью которого он выполняет оучигари. Классический оучигари выполняется с захватом рукава и отворота, но не у Иноя. Против правостоечника Иноя берет захват своей левой рукой под мышкой правой руки соперника и захват левого отворота своей правой рукой. Косей Иноя – один из самых величайших бросковых дзюдоистов в истории. Мы знаем, что у него были самые восхитительные учимата, а также оучигари, которые он использовал для подготовки своего учимата. Часто, в то время как традиционные оучигари или учимата выполняются с захватом за рукав, особенно традиционные японские, но Иноя в своем варианте сделал так. Он захватил карман под мышкой дзюдоги здесь, под отворотом. И это было сделано лишь для того, чтобы остановить эту руку, идущую сверху, так, чтобы контролировать своего соперника и чтобы создать немного пространства между ним. А затем он делал взрывной вход в оучигари, выполняя его, прыгая на одной ноге. Он использовал оба отворота, чтобы контролировать падение соперника на татами. Великий Косей Иноя на суперстар дзюдо. Посмотрите его.